Всем привет! Ну что у нас? Да, все то же, все те же, все так же и все там же, да, башенки. Башенки у нас будут теперь на невозможной сложности. А что, музыка типа потише? Да. Было предложение типа рандомно играть с рандомными героями и башенками и всем остальным. Возможно, я так и сделаю. В начале. Я так делать не буду, потому что, ну, я уверен, что в начале очень легкие миссии. А пройти их все же нужно, да? Плюс я же решил проходить еще и испытания. Может, не надо начало проходить, а потом его отдельно пройти? С другой стороны, надо как-то, да, плавненько въехать, да, вот так вот. А то сразу же... Вот это вот не нужно, нужно аккуратненько. Девушку нужно сначала покормить, да? А потом уже звать ее на всякое разное. Так, герой, ну и дракона хочется, конечно, попробовать. Что за парни, что могут? Боеголовка, блин. Все, шутить больше не буду, так. Ну да. Откуда вот только начать? Вот, например, да, вот отсюда, да, вот тут вроде уже началась, да, плюс-минус интересная катка. Ну, понятно, сказали, что нужно проходить со всеми улучшениями, потому что это под эту сложность создано. А хочется этих парней еще попробовать. Кстати, самое время, да, их взять и попробовать. Да, ну, да. Что вообще могут-то? Что они себя представляют? Вот, башенки. Ну, это пока вообще насрать в целом. Первую миссию... Давайте вот эту первую вообще проходить не будем. Я потом ее пройду. Может, она отличается, правда? Боец. Боец. Ведь... То есть боец. Боец был. Типа... Ну, давайте, посмотрим. А что я героя-то какого взял? Да какая же разница, каких я героев взял? Да есть разница-то. Интересно ж посмотреть на драконов. Да? Ну просто глянуть хотя бы. Так, ты. Люминир. Он это, светится, да, по ночам просто. Люминесцентный. Парящая между сферами. Парящая? Ты девочка. Понял. Тут же с уважением. Люминир. Между сферами. Люминир предстает как аватар справедливости и решимости. Ничего себе. Аватар. Привет. Она легендарный несущий свет, почитаемый паладинами Линерии, которым она дарует свое благословение, предоставляя им великие силы для помощи в борьбе со злом. Нихера себе аватар. А мне ты просто ссылки скидываешь. А им целую силу даю. А мне силу. Аватар. Призывает три воина света. Три воина света. Ее, значит, это, Светой зовут. Это три воина. Света, Люминир, да. Погремуха, короче, ее. Угу. Это ее ник на ютубчике, если что. Где? ВКонтакте, да где? Везде. Во всех соцсетях Люминир она. А так она просто Света. Ага, ну короче, посмотрим. Истинный урон они еще наносят. Направляет божественный меч. Света до своего. Меч божественный направляет на самого сильного врага поблизости. Окей. Представь, союзник союзным подразделением щит брони на 10 отражающий. Ничего себе. Призывает маленького светлого дракона, который следует за другими. Выпускает 5 шаров божественного света. Ну, короче, тут все про свету, да? Поняли мы. Так, экипировать сюда. И... Космир. Ну, напридумывают себе ников, да? По-любому тоже как-нибудь зовут по-обыкновенному. Какой-нибудь там Валерка. Валерка. Космир, да? Изолированная жизнь Космира была нарушена, когда культ начал свои операции в забытом каньоне. Желая избавиться от нарушителей, дракон заключил сделку с Визнаном, чтобы присоединиться к альянсу против общего врага. Космир, значит. Косматый будет, что. Призывает 4 кристальных залпа, наносящих... Ого.
по врагам, попавших в зону. Окей. Бросает кристалл на путь, который снижает скорость врага и наносит 8 магического урона каждый 0.5. Понятно. Заключает врага в кристалл на несколько секунд, затем кристалл взрывает. Ну, он станчик, это хорошо. Выращивает кристаллические шипы вдоль путей вокруг себя, нанося каждому пораженному врагу. Ну, окей. Кристальная группа врагов. Кристаллизует группу врагов, оглушая на 200... Ака. И вот так вот. Так же, да, все сделаем? Угу. Кто ты? В рот тебя пало. О, у него вообще защиты нету, да? Нихера тут урон, да? А у него физический урон, а это магический. Но зато у него хпшки, ну, защиты прям, ну и не нужна ему защита, он космир, да? А, мы же, да, решили первую все-таки попробовать. Будем проходить с испыташками. Ну, это, видимо, затянется, потому что испыташки, они долгие и нудные, как всегда. Иногда, может, будут интересными. Скорость, конечно, ваша. Желает оставлять лучшего. Да-да, фантастикал спел. Ой, не. Да идите давайте уже. Давай тебя. Да ну что я делаю вообще? Да какая шупура здесь тут драконы, блин. Есть. Вот сюда. Может я потом отдельно. О! А, ну ачивки-то все равно надо делать. Сосредоточимся на ачивках. Так, эту, видимо. Во, рунку! Рунку я тут не нажал, да, наверное? Так, а ты? А тебя помню, да, тоже. Твою ачивку я тоже сделал. Да ладно ты. Давайте сразу. Ну, типа даже... Я бы мог сказать подкачать драконов, но вы видите, как они качаются, да? Не качаются. А где воины света-то? Ой, какой меч упал. Нихера себе. Что это такое вообще? А, их нужно призывать же, да. Ага, ну мы теперь... А это как работает вообще? А, это вот так вот работает, ага. Понял. Работает. Это, короче, работает. А есть какая-нибудь ачивка застроить, типа, все? Ты там давай это. Миска захотелось, что ли? Но мы все на него, да, сосредоточены. Че там, какая в жопу разница, что происходит? Драконы! Что ты делаешь? А, он обиделся и спать. Да выходи, ладно, ты чё? Тут все ачивки сделали. Если чё, комментарии ваши читаю. Просто отвечать не получается из-за последних проблем. Порой ответить на один комментарий примерно минут на 5-10 занимает. Просто прогрузку, ой, извиняюсь, прогрузка. Чтобы сердечко нажать, что типа я прочитал, мне твой комментарий понравился. Он аж 3 минуты прогружаться и не поставится, написаться ошибка. И меня так это бесит вообще. Но я просто читаю теперь. Не знаю, VPN почему-то тоже плохо все работает. Все очень плохо, что-то нужно искать, времени нет. Так что, если что, на ВК дублируется. Дзене, я стал тоже, воскресил свой канал на Дзене и стал тоже дублировать видосы. Пока только стал, еще не дошел до последнего. Пока просто дублирую. Вот, так что подписывайтесь, кому хочется. На YouTube тоже буду заливать. Ну, YouTube постепенно, как я понял, все. Нужно с этим смириться, но YouTube и сам хочет уйти, и мы хотим, мы, не мы конкретно, а это, наше руководство хочет уйти с YouTube, уйти YouTube от нас вот так вот, так что реально, чё, всё, на невозможно, смотрите, моя первая, короче, вот эти испыташки я буду делать уже это, сам отдельно потом. Ну это что, интересно будет смотреть, что ли? Ну это же просто. Надо же нам испытания, надо же на боль, страдания. Вот туда, да, сразу пойдем. Потому что тут у нас что было вообще? Давайте, да. Вот отсюда начнем. Тут уже было что-то интересное, да ведь?
рандом я начну где-то чуть попозже, да? Ну, где-нибудь вот тут, наверное, начну рандомить уже. А сейчас, да, просто хочу посмотреть драконов. Да они тут все завалят. Давайте хоть башни возьмем, которые никогда не брали. Так мы все башни брали. Какие башни мы не брали? Ж не знаю. Во, дерево, да? Давно деревом не играли. За место кристалла. Кристалл слишком хорош. О, демоны, вообще тоже давно не играл ими. Ой, я даже мальчиков ни разу не... Да как, какой дракона все убили? Поехали, короче. Вот отсюда, мне кажется, я в прошлый раз туда застрял чуть-чуть. Ага, тут уже что-то было, да. Ну сейчас, блин, с такими-то... херосами, но... Что может вообще произойти? Так, эту ачивку я тоже, кажется, делал, да? А эта бабочка что летает? А! Ну всех пять... А, ты чё? А, да, ты обожрёшься, да-да-да, вспомнил тебя. А где тут это? Так, нас сначала, короче, подстраивать, а потом уже думать. Так, давайте демонов. Не, демоны... Тут мы не будем вообще демонов брать. Тут мы, короче, делаем вот такую штуку. Денег-то нет. Нахер так злобствовать. Злобствовать. А, ну вы тут, понятное дело, да. Вы тут тоже, понятное дело... А, давай тебя тоже. Ага. И вот тут, да, давай, поехали. Так, скиллы нажимать надо же еще. Надеюсь, уже надо. А, ты мне будешь что-то давать. А где это? Рунка-то. А, ты все пережрал. Рунку, парни, видели? А что рунка-то? Везде же должна быть. Вот она, нашел. О, все рунки нажал, все. А, он просто... А, он... А! То есть насрать. Ничего себе. Реально. А, вон оно как это работает. Да тут тоже, мне кажется, что-то как-то это не выглядит все то, что я смогу. Что меня это остановит каким-то образом. О, да блин! А, их же можно передвигать. Сюда бегите. А чё такие драконы и имбушки? Ты чё там делаешь? Они на пятом уровне такое творят? Ну они ж драконы, логично. Ну мы будем рандомить по-любому. Я просто их смотрю, мне интересно, что они могут. Прям интересно. Ну-ка. Просто пол куска оторвали ему. Отрезали пол жопы. Бывает. Так. Да, не буду нажимать. Вот это, да, сюда поставлю. Сюда, ну вот этих поставлю, чтобы... Тут же эти будут бегать, да? Я вспомнил. Ага. Ну, нате. Так, нажимаем, понятно. Так, вот эти бегс там. А, мальчиков, мальчик. Во, наконец-то мы посмотрим на них в деле. На, говорит, копьем ему. А, я думал это... Ну, ну, мальчики, да. Ну, смотрите, какие парни. Сильные мальчики. Это не те... Это те не просто какие-то там мальчики. Ну, не, они не вкачаются, говорит. О! Так, вот это вкачаем. Вот это тоже. Ага. А, вы, тип, не смогли. Мы попробовали, говорит, у нас не получилось. И чё? Ну, давай. А, понял, угу. А-а-а, вон оно как. Ну давай тебя вкачаем, да, по максимуму. А чё у вас с хпшкой, кстати? Вышел такой и умер.
Надо вот так вот, да? Они, смотрите, поблочить еще могут побить, да? Ой, вообще жестко. Эти какие-то штуки запускают по дорожке. Дамажит вообще. Какое-то безумие, да? Вы заметили? Просто. Так, этих вкачаем по максимуму тоже. На максимум возможного. А, он пятый раз был прожат. И сейчас это тоже, а нет. Давай тебя вкачаю. Чё бы и нет, но. Ой, я даже не знаю. Так, ну а смысл вы проходить испыташки? Да, если, ну... Не, ну это легко пока. Они пятого уровня. Другие у меня герои как бы это... А, нажми, да. Другие герои у меня не пятого уровня. Они десятый, там, восьмые. Они вообще тоже тут все размочат. Это пока, да. Это мы потом, может быть, добьем. Я сейчас пойду в следующую тоже катку. Не буду испыташки делать. В следующей катке уже, наверное, что-то будет. Ну, там хотя бы башни уже будут качаться. Ну, пока это издевательство, я считаю. Я даже это не зову. Кстати. Блин, тяжело с мальчиками, да, которые не умеют стрелять. О, они и воздух бьют. Ну, это драконы, Артём, что ты хотел, да? Хоть драконов и не существует, конечно. Их придумали рептилоиды, понятное дело. Но вот эти несуществующие драконы, жесть, да? Мочат. Ну, что-то как-то это перебор, да, с мощью, вам не кажется? Ну, они просто пятого уровня, да? Были бы они десятого, это вообще дичь какая-то была бы. То есть они пока на данный момент это самый сильный герой. Потому что у них вот эта штука тоже станет. Вот это вот. Вот так вот просто. Она и бьет, и станет, да? То есть этот теперь товарищ Коршун. Товарищ Коршун. Он как бы не топ получается уже. Драконы это топ. Ну, драконы это прям вообще какая-то безумие. Ну, я надеюсь, просто тут такие катки, да? Что на тех катках драконы будут только драконы смогут что-то сделать. У них есть минус, они медленные. Похер вообще, они линию держат, им насрать. Медленный, говорит, я или нет. А, сейчас ему что-нибудь пукнет ему, да? Ну, он так его, говорит, убьет. Че там, можно нажать? Можно, говорит, ты жми. Да, даже ненавижу ее. Да-да-да. Если ты мог это... Да, ну нахер жать ульту. В конце нажму. О, наверх пошли. Пошли, говорит, мы. Мы такие шли, говорит, и нихера мы не дошли. Ну, мы, говорит, шли, это точно. Ага, би-би-би. Ну да. Ну я хотел следующую уже на рандомчиках начать делать. Да. Ну как-то это. Ну она такая же будет легкая. Ну может герои другие будут, да, как-то поиграть. Ну, я просто не подготовлю. А ну какая разница, дожму паузу, да, и подготовлюсь. Ну чё я туплю-то. Ну наверное, да, нужно рандомчик делать. Пока, по крайней мере, это точно. Потому что это... Ну, скучно пока играть. Не должно же быть скучно. Должно же быть весело. Да-да, удал, да. А его по полкуска отрезает, а он ему так лизнул, говорит. Можно я тебя лизну, говорит. Ну, лизни. Вот и лизнул. Ну и хорошо, чё. Как классно, когда тебя лизнули. Так, может что-то еще нажать? Ну этих я ачивки сделал, что я тыкнул всех. Я помню прям. Тебя вкачал, тебя... Ну давай тебя вкачаем. Угу. О, нифига себе, долетел. А потом умер, ну. Ага, все, понял. Ну, хоть какое-то ограничение у них есть. Воздушные цели не бьет. Вау, говорит.
Так, давай последнюю. Ограничение, говорит же, Жеш. Ты чё? Ты чё, будешь стрелять-то? А, ну да. Видели, у него загибается стрела? Они обладают техникой закрученной стрелы. Охренеть. Молодцы, ребята. Да ой, да ладно ты, блин. Ну просто, да? Что это? Что за урон? А он же еще это, типа не врежется никакой броней. Естественный, натуральный, какой он там, натуральный цвет. Давайте вот тут посражаемся. Потому что можем. На тебе. Ой, да нажмем, чтобы быстрее это закончилось, короче. На тебе, вам так вот так вот, да. Это тебе, короче. Драконы, летите сюда. Ой. Вот тут-то еще так вот нажмем, да? Так, вы там кого-нибудь... мы два раза можем нажать. Ну, давайте два раза нажмем. Но это пока нет, короче, это понятно. Пойду я это... Рандомайзер намучу. Будем через рандом играть тогда, да? Замутил, короче. Так. У нас 15 башен и 12 героев в диапазоне от 1 до 15. Давайте, поехали. Сколько у нас? 5 башен. Ты хрена с таким большим этим. А можно 9? Ну, где-то надо записывать. Давайте я буду ручкой записывать. Красиво, чтобы все было. 9. Можно так нажать? Че? А, я типа скачал, что ли? 6. Да давай! Или 2 раза 6 было. Ну ладно, так все равно не получается. 2 раза одну башню-то не взять. 10. 3. 5. Все. Башня-то 15 всего, если так подумать. Ну ладно. Блоками можно. А, можно блоками типа как-то делать. Ладно, надо это потом, короче, думать, как это делается. А героев у нас вообще 12. А, ну их 2 всего, да. 1. Я прям знаю, кто это. Ой, никогда им не играл, только в начале. Ну ладно. 1. А, и дракон, да, получается. Нормальная, да, компашка. И 12. Хорошо. Ух. Так, давайте по башням 9. Их всего 15. 14, 13, 12, 11, 10, 9. Подожди. А, ну да, все правильно. 10, да, 9. Некроманты, значит, да? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, дерево уже есть, да. Угу. Потом 10, да? 10 это вот этот вот друг наш. 3 и 5. Ну, 3. Ой-ой, какое все магическое. И 5, да? Ой-ой-ой-ой. Нет, это дерево было. So shall it be. Ну, идея, конечно, хорошая. Забавная. И в плане того, что это... Тут всего 3 башни... Ой, то есть 2 по-настоящему башни юнитов. Казарм, да? А казармы, они нужны всегда. И то есть ты без казарм... Ну, ладно, 3. То есть можешь всрать легко любую катку. Потому что ты не сможешь это держать, сдерживать большие волны врагов. Тут, конечно, есть некромант. Но, тем не менее, не все становятся этими скелетиками. Ну, пока играем так. Если будет косяк, будем всегда выбирать одну башню, как бы отдельно одну башню из этих. Из казарм. Угу. То есть, если казарма не выпала, отдельно ролим казармы. Вот так вот будем делать. Наверное, так будет, да. Ну, и герои, да? Ну, тут все понятно. 12-й и ты. Always on target. Да, таргет, но... Еще какой таргет? С тобой сейчас будет такой таргет. Блин! Ну, они мне... Не знаю, ну их... Ну, давайте, да, потанчим. Ну, давайте возьмем, хорошо.
тоже потом испыташки пройду, тут я сам, ну, чисто, ну, это бред, да? Ну, что показывать? Тут это скучно же. Ну, может быть, я потом отдельно сделаю серии. Покажу, как это скучно я буду делать, да? Тут, надеюсь, нам уже что-то покажут. Вот тут уже будет что-то интересное. Тут мы будем уже с испыташкой проходить. Так, тут я тогда... А, я же сделал эту ачивку. Тут я тоже сделал, да? А, эти, кстати, на ачивку тоже штук сколько-то призывают. Тут, кстати, такие эти сильные. За 50 всего. Ну да, их убили и убили. Ты снова деньги тратишь, но их же могут не убить. Но тут казармы как таковые сильно-то и не нужны, да? Ой, у меня оба героя, блин. Ну, понятно, короче. Очень любят ходить, бегать. Тут я помню, да... А, да, это уже было посложнее. Да, я вспомнил. Да, это ачивка я сделал. Неважно, короче. Ну, давайте, да, начнем. Дерево можно сюда, потому что у нее рейдж большой. Довольно-таки удобно будет. А некромантов сюда. Вот так вот, да? Они с двух сторон будут, типа, делать. Да. Да бы, наверное, я арбалетик бы сделал. Угу. Двоечка у меня теперь, вот это вот скилл, который мне не очень понравился. Ну да, он убил, но он кого убил-то? Иди туда пока. Угу. Так, ты на однерке, если что. Драконом вообще как бы переходить. Есть там что? А, у нас тут мальчики же, да, вот такие вот. Да, мы, говорит, тут. Ладно, идите сюда. Ну, у меня все скиллы вкачаны, да, кстати. Париться-то чё? Ага, они в стелс уходят, значит. Так, вы все, ну давай сразу нажмем, да, этих мы, короче, вот так вот. Угу. А эти хватает. О! Они же замедляются за... Вот в чем мне не нравится этот скилл, честно. Он такой. Он вроде и сильный урон наносит. А вроде и нет, да? Так, хочу тебя на максимум взять. Угу. Так, ты туда сразу беги. Эти парни тут бесполезны. А хотя... А ты сверху, да, оставайся. Угу. Ну да, этот убивает. Этот может. Так, ну тогда мы снизу сделаем арбалетик, да, потому что нам физический урон-то нужен, в принципе. А еще делать некромантов бред. Еще какой бред, да. Этот особо не дамажит, потому что он для другого существует. Давай, поехали. Даже не посмотрел, кто будет, то есть куда пойдут. Купить, не купить. Да зачем? У нас тут есть такие парни. Так, медведя убьем, я в этом уверен. Ну, да, 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 да. Тогда давай. Медведи у нас бронированы, магия есть, да? Взять. Вот это бы взять, кстати, да? И вот эта вот мелочь бы сейчас всю бы просто расшатала бы. Расшатали эти бы прописали этой мелочи. Так вот сделаем. Угу. Ну на тебе. Ну дамажит как бы. Надеюсь это, да? Давай, давай, пока не очкуем. Че очковать-то? Вон, большой пришел. О, черепашки пошли. Тогда, ага. Да, они убьют. Конечно, убьют. Тут нихера скелетов уже. Ага, вот тут и сделал. Ой, один умер, другой пришел. Так. Будут издалека шлепкать. У них какая...
У них большая магическая защита, логично. А ты что, по рейнджу у вас как? Ну, чуть-чуть, говорит, не достаю совсем-совсем. А вот так вот, говорит, если ты сделаешь, то это будет классно. А если потом еще сверху зальешь? А ты поближе, давай. Да, его же можно танчить, точно. Реально же можно, говорит, танчить, ты прикинь. Так, дерево подкачать зачем? Я бы лучше вот тут бы вот такую штуку бы сделал. Угу. Она намного была бы полезней. О-о-о. И вот это по... А! Вы? Ну вы чё? Ой! Натуре! Ты такой сильный иногда можешь быть. Удивил. Придавая скелет 50 дополнительного урона от атаки. Нихера себе, а у тебя какой урон? Ну небольшой у тебя урон. Ну тут есть сейчас кому потанчить вот так вот, да, конечно. Там-то справится. Ну ты не. И короче, смотри, ты иди сюда. Там опыт весь там, я думаю, да? А вы что, вы не хотите, да? А, не хотя. А ты, а тебя можно как-то увести? Это как-то обидно, сейчас тебя убьют и все. Ну да. Так, ну я бы вот это бы лучше подкачал, конечно. Ну на, короче. О, да, он, смотрите, да, он может и туда, и туда. Он может и сделать еще быть. Может быть, как хочет, может быть, везде. Ну, драконы сильные. Ну, прям сильные. Прям видно, что... Ну, это 5-й левел, он уже просто гигачат, да? А что будет на 10-м левеле? Какой беспредел будет просто. Ну вот это бесит, то что они как бы не вот тут, а да, рождаются, а вот там, где умерли. Ну что логично, казалось бы, да? Но тем не менее. Ага, там умирает, там... Ну то есть, короче, они не всегда есть. Что сделаем? Тоже дерево, да? Да, тоже дерево, чтобы подстанчики были. Так, я хотел это докачать сначала. Ну ладно, не докачал. Хотел, да перехотел, как говорится. А вы что это, умрете, да, вот так вот, если я сделаю? Не, говорит, мы выживем. Ничего себе, молодцы, получается. А, я могу два раза так сделать. А потом все же вы умрете, да? Ага, давай, поехали. О, здрасте. Кабанчики, говорит. Не ожидал, говорит, кабанчиков. Так, а ты... А сверху дракон, да, посправится. Угу. А ты что делаешь вот этим вот своим? Ну, типа, что-то делает. Может, в целс не могут уйти? А я не помню, мне прямо писал. Писал кто-то, что они делают. Что это за дебаф накладывает. Но я как бы уже не помню. 200 лет назад это было. Блин, медведи так долго идут. Не хватает кнопки ускорения, как всегда, да. Угу. Этих даже... А, их нужно все равно брать. Да. Мне 10 штук надо их купить для ачивки. Ну, идите сюда. Надеюсь, вас будут убивать. Чтобы я мог сделать ачивочку. Так, все еще 200... А, ну да, я ж купил. Чему я удивляюсь? Ну, пока ладно. Тут можно еще 3 купить будет. А, так давайте купим, что? Их убьют, да, и мы купим еще одного и сделаем ачивку. Чисто на ачивку потратим. Ну а что тут, нет ничего? Тут нет чего-то такого, что может меня вот сейчас убить, вот реально. Да, мув, ну. А он типа говорит, хочу фильмы посмотреть, какой муви, говорит, какой-нибудь. Мувик, говорит, где рутубчик у вас? А, рутубчик, теперь я уже все, да? Уже тоже рутубчиком начал называть ютубчик.
Кстати, на Рутубе я не завез... Это... У меня там есть канал на Рутубе, но я давно туда видео не загружал, потому что считал это жесткой помойкой. Я по-прежнему так считаю, но походу... Ну блин, у меня нет столько времени. Сейчас еще все стали везде грузить, везде тормоза, ничего нормально не загрузишь. Всегда паника, паникуй. Вот. Короче, ждем, надеемся и верим. Ну, на YouTube можно уже не верить, кстати. Там уже принято решение. Скажем ему до свидули. Сплакнем. О! А, был еще один. Понял. Ну, я ачивку все равно это сделал, я помню. А, давай, нажимай. Так, тебя хотел. Ага. На 150 больше урона, ничего себе. А во! Кого я хотел-то взять? То есть за 200 всего плюс 10 истинного урона. Ну это истинный урон, это сильно, споров нет. Ну 10 за 200. Нет смысла его брать, да? Или там... А, нет. Там 80, значит, наверное, было. Ну ладно, тогда есть смысл брать. Давай убивай уже. Просто, да? Отпердюлькана. А чё не до конца-то? Вы хоть одного-то... Они что, хилятся, что ли? Ай, вы что? Вы кто? Вы как так-то? Вы не можете убить? Вы что, вообще охерели, что ли? Убейте одного-то. Это... А, ну не последняя, конечно, волна. Гигачат. Ладно, купим, да? Максималочку. С чем я тогда где-то взял? Деревья. Да где это камень? Дерево, стоп. У него грибы растут. На камне грибы не растут. На камне растут только камни, как бы. И мох. А это грибы же видно. А так как мох растет на дереве... Ой, на дереве тоже, так что это дерево 100%. Камень, камень. Как тебя зовут, кстати? Арбарианский эмиссар. А-а-а. Они неубиваемые, смотрите. Их не убить. Ачивку... А можно как-то их удалить? Нет, да? Ну, просто можно в любой момент зайти и купить, как бы. Наверное. Ну, они, видите, неубиваемые. О, вот эти сейчас в них застреляют. Во, отлично. Воу! Ура! О! Все, ачивка сделана. Че? Наверное, тут, да, надо качать, потому что надо. Потому что сверху дракон. Ты, кстати, даже уровня не прокачал, да? Ну, иди на медведях, может, прокачается. Снизу-то уже все. То даже пройти не могут. Тут этот всех раздрывает, ну да. А у него что вот это вот? Надо, кстати, купить, хоть глянуть, как она работает, да? Можно, да? Ой, блокнотик мой упал. Во, я не успел увидеть. А ты нихера, где? Так, туда пробежал, что ли? Ну, вот это куски отрываются, конечно. Откусываются. Так, давайте еще купим. 200 ч... Разброс, конечно. Бах, да? Прикольно. Мощно, сильно. Бах, нах. А он часто ими кидается? Или что? Или я успел, типа, купить как-то, да, что, типа... Ну давай, он кинет. Кстати, проверим эту тему. Сказали, что откатывается сразу, как ты только покупаешь. Купили, ну-ка. Да, откат... Это надо использовать. Это нужно использовать. Это прям это... Кого? Денег собрал, ничего себе. Это очень полезный навык. Используйте его. Это прям топчик. Можно всегда разорвать кого-то какой-нибудь классной блямбой. Типа купил, и он такой, раз, давай. Опа, да? И ты застанил как бы в нужный момент. Ага. Прям круто. Ну, это было легко, конечно же. Ну, уже это. Ну, понятно, что ты, блин, пук-пук-пук. Пока легко. Ну, вот это вся будет легкая. Может быть, сразу нужно было отсюда начать. Ну-ка, это тоже надо пройти в любом случае.
Да, да, конечно, надо. Ну, сегодня на расслабон. Каточка на расслабон просто, да? Мы сегодня расслабляемся, смотрим, радуемся за себя, за всех. Ой, я эту штуку не отключил, ничего себе. Забыл. Кто увидел и понял, тот понял. Кто не понял, тому и не надо понимать. Так, сколько? Да, ну надо пройти эту полностью. Что у нас тут? Я не посмотрел даже. А это еще раз тоже будем сейчас проходить, только волны будут быстрее. О-хо-хо-хо. Может, хоть наконец-то хоть уровень возьмет. Ну, просто что-то делать другое, да? Есть ли смысл? Нету. Ну, надо как бы, да? По факту. Ну, от тебя возьмем. Ага. Ту-ту-ту. Да ты чё? Да, не будем, да? Ну вот это, конечно, да. Ты чё творишь-то, моя овца? Давай. Зачем тогда? Да блин. Ну этот пусть ходит, да? Ага. Ну да, вообще кача нет. Ну кача тут, какой тут кач? Кач на последних локациях. Тут-то нету. Ну, наверное, надо купить, да? Вот эту башенку сюда. Дерево покупать не буду, оно бесполезное было. Как, собственно, так оно и было должно было быть, что оно будет бесполезным. Кто бы сомневался? Чё? А, вот, пошли. А, кстати, да? Я забыл же, что я буду проходить. Их можно смело брать, они вообще как... Вот этих надо убивать, чтобы они не убили, да, издалека. И все. Угу. Ой, крысы пошли. И давай, иди сюда. Я реально вот так, ну это же так удобнее, честно, чем вот это пробел, два пробела. Я это, у меня не получается временами нормально нажать. Так что мне так проще порой, просто его найти. Да, скиллы сливают, дайте это, вторую, следующую волну. А вы еще все по низу хотите бежать, а, вон он никак. О! Будем по максимуму одну башню качать сразу же. Давай, о, спасибо. А чё не нажалась-то, дура что ли? А ты тоже туда, кстати, иди. О, медвежатинки. Здорово, парни. Нате, кстати, вам сразу. Кусок оторвем, да? Мы не врем, говорит, вам кусок оторвем. И вот, блин, надо... Одну, говорит, башню докачаю полностью. И что я сделал? Все правильно, не докачал. Блин, вот чем бесит. Я в медведя вообще-то запускал. Ну да, а там уже встречают. Ну, имеются встречающие. А ты что, вы тоже бейте его. 255. Давай, чё, не страшно вообще. Мув, мув, ну. Чё, могу, да, купить? Спасибо. Могу, куплю. Могу купить, куплю. Чё, убили? А, ну да, всех убили, говорит. Так, вот этих тут танчите и всё. Угу. Почему там, не знаю. Почему? Хочу именно там. Чувствую, что там будет лучше всего. Не знаю, что взять тут. Ай! Может, скилл лучше взять?
Да, конечно, скилл будет лучше. Вот этот возьмем сейчас-то. Чтоб размазывать или делать. Да, эти еще не страшно. Это не эти глазики-то, блин, да? Глазики, вот глазики, это жестко. Ну да, прям, ну... Прокачка. Ну, прокачка всегда решала, конечно. Kingdom Rush очень сильно решала. Как прокачка героев тоже сильно решает. Вся прокачка сильно решает. Я понял, ну. Осознал. Давай следующую волну. Просто, да? Кстати, стан большой. Ну, не, вот эта башня, кстати, охеренная. Реально охеренная башня. Прям охеренная башня. Бульк. У меня и станчик есть, все есть. Так, а вы... Ты давай туда иди. Ты кач... Он даже пятерочку взять не может, да? Двоечник, блин. Так, тебя подкачал, да, можно теперь эту башню качать. Ваншот брать нет смысла. Смотрите. Зап-зап, ну. Я, говорит, пройду, я смогу, им всего, всего одного пропустит и проиграет. Смотрите, это буду я. Да. Именно такой он звук потом издал. Можно переводить, говорит. По-любому кто-то кричит, переведи. Я понимаю, что можно, я не вижу смысла просто. Вообще нет смысла. Это реально тренировочные еще пока были. Ну, можно же было, да, сделать, типа, ну, если они решили невероятную сложность сделать. Как бы это, реально, сделать ее как вот каткой-каткой. Ну, ладно, ладно, это расслабление после, это, перед тем, что будет, да? Ну да, типа так будем считать, расслабляемся. Потом будут жопу нам отрывать. А мы будем стараться, чтобы жопу нам не оторвали. Почти, почти. А можно было нажать, да, я тупил. Да, по-любому так и было, но. Ну да, этот скилл надо, кстати, использовать после того, как ты используешь темный скилл. Ну или вот так вот делать. И вот так вот, да. Размажено. Ну я тут не... Надо, да, вот это... Она дешевая просто, как бы. Это последняя волна, я уже ничего тут не вкачаю. Можно вот этих купить, кстати. А они будут кидаться, да? Проходящих, но... Только вокс-то. Ой, нихера закидывают. А это не парни, случайно, из оригинала? Из третьей части? Мне почему-то они чем-то знакомы на... Это... О, кстати, да? Апнем. А чё бы и нет, но... А, все. А вы тогда это, туда идите. Ага, грин, но. Там друиды были. Да. Казарма с друидами. А это другие, мне кажется, да? Но они тоже кидаются, тоже копьями. Но это не друиды. Но они не похожи на друидов. Они похожи на аборигенов с копьями, да? А друиды-то они более такие солидные ребят. Казалось бы. А это чисто аборигенчики. Ну давай, о. Ну хоть башенки будут интересны. Кстати, опять это башни. Да, всего две башни могу. Да, ну... Ну с такими героями, с драконом-то. Чё вообще бояться можно? Давай, сюда этот... Три херню вот эту замутим, да? Туда иди. По-любому так же сначала сверху сейчас будут идти. Ого! Ничего себе! Видали, удивить решили. Ничего себе. Вот это да.
Кстати, тут мог просто скиллом залить. Ну и похеру. Вау, просто. Я, говорит, разберусь. О, пятерик взял. Совсем, совсем взрослый стал. На, по максимуму качать. Смысла нет, да? Распыляться на мелкие башни. О, сколько ты там дамажишь? Но какой смысл? Ну, это уже поинтереснее идет. Там один дракон справится. А тут чем это с килами? 55. Нихера ты какая дорогая. Ну да, она не стоит, мне кажется, своих денег просто. То есть она может быть и хороша была, не будет такой дорогой. У нее довольно-таки быстро это. То есть она быстро стреляет, сейчас смотрю. Надо брать, потому что по-любому летуны будут. А у меня же нету мальчиков-то. Ну, мальчики есть, но эти мальчики не умеют это. Ау! У тебя есть, говорит, вот эти мальчики-то толчены. Я про этих мальчиков все время забываю. Кстати. Не знаю почему. Надо купить их сразу, да. Угу. На всякий-то случай. Тогда сейчас еще одно. Да, и теперь с летунами как бы проблем не будет, если они будут. Но я уверен, что сейчас уже это закончится. Как? Ой, они кидаются и туда. Молодцы какие. Теперь можно это покупать. Я бы скилл, может быть, взял. Выстрелять бомбы в ширину, в широкой области, нанося каждого физического ущерба. А сколько секунд? А, на 6 секунд. Вот это, кстати, круче выглядит, на самом деле. Оу. А они были? На этой куда были, наверное. Раз есть, да? А он ее схрямкал, что ли? Или что он там с ним сделал? А, он типа об землю стукнул, там все полетело. Точно, я понял. А, они хилятся, когда убивают. Вспомнил я их. Да, конечно, этого буду качать. Ой, нихера себе. Ты там чё? Ну, говорит, я чуть-чуть тоже качаюсь вообще, говорит. Есть у меня задатки на будущее. Так. Во, хотел взять же. А, нет, там 6, а сейчас... А, продолжительность 12 секунд. О, нихера себе, вот это классная, кстати, вещь. Надо брать максимум. Ну, скиллы, они всегда классные. Ой, ой, ты чё, куда пошел-то? Дурак, что ли? Я ж тут скиллы покупаю. О, да? А, это этот. А, он тут насрал. Воу! Класс вообще. Иногда, да, так он выстрелил? Нихера. Ну, да, как бы. А ты что, бить-то его не будешь? Потом, говорит, может быть, завтра. О! Надо это взять на помощь-то ему, да? Я там прям ждал, сейчас думаю, как выйдут какие-нибудь крысы, да? Тут тоже кабанчики. Да вы прикалываетесь. Везде кабанчики, говорю. Давайте крыс! Давайте нам жестко. О, часто, кстати, стали, да? Ну ладно. Ой, нихера. Вот это. Ну, 12 секунд там было написано. Что-то я не заметил 12 секунд, скажу я вам честно. Хорош скилл у него так-то, если подумать, да? Мне надо, ага, вот тут качать. Сколько? 255. Там прям что-то круто. Там еще мальчики работают. Еще скилло можно подзалить. А тут будет, да, башенка вот эта вот. Пирачкает. О, все, да. Еще и крита. А, да, криты-то я умею прописывать же точно. Недавно научился. Школу критов прошел. Размазано. А вы говорите, она говеная, а мне нравится. Она терна часто бомбит, кстати. И площадь у нее не маленькая. Особенно если все три в одно место попадают.
Ты там подойдешь, Мишка? Я, говорит, не подойду. Давай еще соточку. Да давай соточку, спасибо. Мув, мув, ну. Хорош, говорит, мув у вас. О, еще раз можно, что ли, ничего себе. А ты-то, ага, вижу. Это последняя, да, походу? Ну, выглядит как последняя, если честно. Давайте купим, да. Надо было, кстати, купить, он бы бахнул, купил бы еще раз, бы он бахнул что-то, но нельзя так делать. Надо на будущее. Тут-то можно что хочешь делать. Ой, сходить, кофе себе налить. Они, мне кажется, все равно победят их. Даже без контроля уже. Давай, бахни. Размазня, да? Вот что называется размазнёй-то, оказывается. Че, ну давайте. Да нету смысла, нет уже. Ну давайте, ладно, вкачаем. Че, раз есть. Там тоже нет смысла. Если уж на то пошло. Так, мальчиков не забывать ставить там. Ну, вот этот, может быть, покруче был бы, да? Ну-ка, надо его вкачать. Посмотрите, как он работает. Че, он постоянно теперь так. А, он три выстрела делает, что ли, понял, ага. Ой, ой, ты куда? Ну-ка, покажи. Может, они, а просто он разные выстрелы. Я не понимаю, короче, как это работает, штука. Выпускает еще больше бомб по еще более широкой области. Каждый свидетельство. Ну, давайте купим и посмотрим, давай. Вы чем поняли? Были бомбы вообще? Вы их видели? Это вот эти? А они чем отличаются от тех? Это такой идет, да, такой? Вообще нет врагов, что они там стоят, то уже можно двигаться дальше. Ну вот так вот как бы, да? Ну, да, невероятное, вероятно. В следующую пойдем эту катку. Пока будет вот так вот. Я думаю, что самое интересное начнется уже вот отсюда, да? Вот отсюда. Ну тут боссик, да, наверное, будет интересно с боссиком-то сразиться. Ну вот интересно начнется. И самое интересное будет уже тут. Рандом, ну да, будем с рандомом играть. Пока. Легко. Ну, оно и не было сложным в начале, хотя на этой катке я посидел. Ну, скорее я, потому что играл по-старому. Как вот раньше, помните? Не как раньше, не как в Kingdom Rush'ах. В Kingdom Rush'ах-то как раз-таки нужно сосредотачивать все свои ресурсы в башню. Чем ты быстрее башню одну раскачаешь, тем сильнее у тебя это место становится. А вот до этого я в проклятые трусы играю. Там как раз-таки перволевельные башни очень решают. Там нужно заставлять сначала перволевельными башнями, а потом уже начинать их апгрейдить. То есть как бы разные стили игры, и вот эти два стиля соединились в один... Не супер стиль, и поэтому я как бы тупил вначале. А сейчас я, ну, умный как бы стал, опять умным стал. И теперь стало понятнее более. Посмотрим, что они покажут нам. Какую они там невероятную эту сложность нам предоставят. В целом, пока все очень даже вероятно, да? Ну, плюс дракон, конечно. Дракон прям. Да они оба прям, что такое-то вообще? Надо тогда невероятную сложность сделать для таких-то драконов. Ну, играем на рандоме, ладно, решено. Че тебе сказать дали-то? Ну, понятно, что тут надо качать. Всегда ульту качать сначала, а потом все остальное. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите. Да, подписывайтесь вообще на все мои каналы. Ставьте лайки, пишите комментарии. Удачи. Везде, везде, везде это делайте.